Ну и вначале свежие данные по коронавирусу от оперативного штаба. За сутки 21 650 новых случаев. Ну а выздоровели за то же время по всей стране 12,5 тысяч человек. Из-за роста числа заболевших регионы вынуждены вводить дополнительные меры. Мы очень счастливы, что можем наконец-то спокойно гулять по улицам нашего города всей семьей. Знаете, вот у нас принято ругать власть, но я хочу сказать, что время показало, что все эти меры были направлены в первую очередь на заботу о нас и наших детях. Что? Что здесь происходит? Я сейчас. Пап, будь осторожен! Сейчас же вернитесь в свою машину! Не надо выходить! Быстрее! Поехали отсюда! Слушай, что происходит? И как по всему миру? Везде так же плохо? Неизвестно. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.